64 работы победители конкурса детского рисунка «Ульяновск. Родина Владимира Ленина» представил Ульяновский музей-мемориал Владимира Ильича Ленина на родине товарища Мао Цзэдуна в музее-мемориале, носящем имя китайского лидера. Выставку дополнили фотографии, чтобы китайцы могли увидеть не только рисунки, но и как эти места выглядят сейчас. То есть современные фотографии, комментарии на китайском языке. И мы подготовили интерактивный путеводитель, где можно увидеть наш город, улицы нашего города, кликнуть на определенную улицу или объект, прочитать о нем, увидеть фотографии, посмотреть видео. Видео для выставки мы снимали с участием шестиклассников 21-й средней школы, где они на английском языке рассказывают китайским детям, которые тоже изучают английский, о своем городе. На детских рисунках и фотографиях посетители смогли увидеть дорогие сердцу каждого жителя Ульяновска места, связанные с именем выдающегося политического деятеля, первого руководителя советского государства Владимира Ильича Ленина. Дом, где он родился, гимназию, где учился, Ленинский мемориал и те объекты, которые были подстроены к столетию нашего великого земляка. Очень интересное открытие было выстроено китайцами. На открытии играла на национальном инструменте экскурсовод китайского музея, танцевала народный танец Китая, тоже экскурсовод китайского музея. То есть они очень талантливы во всех сферах. Это очень интересно. Очень молодые, интересные коллеги у нас в Китае. Выставка детского рисунка «Ульяновск. Родина Владимира Ленина» в китайской провинции Хунань – это второй проект в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Ленинским мемориалом и музеем Мао Цзэдуна. Первым совместным проектом была экспозиция «В Китае родился Мао Цзэдун» в октябре 2018 года, которая работала на территории Ульяновского музея и была посвящена 125-летию китайского лидера. Третий проект – это тоже выставка детского рисунка. Сейчас объявлен конкурс в Китае. Они решили повысить статус этой выставки и объявили конкурс не только в своей провинции, но и во всем Китае. То есть у них отбор будет очень высокого уровня. Эта выставка планируется, что приедет к нам в начале 2019 года. И завершающим проектом вот именно в этом договоре станет выставка Ленинского мемориала «Ленин и время», которую мы откроем в апреле следующего года к юбилею Владимира Ильича Ленина. Выставка детских рисунков в китайской провинции Хунань – обменный выставочный проект, поддержанный Министерством культуры Российской Федерации и часть национального государственного проекта «Культура», будет работать до конца сентября. И уже в начале следующего года Ленинский мемориал будет принимать на своей территории выставку детских рисунков из Китайской Народной Республики. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.